Доброе утро, друзья! И доброе оно потому, что сегодня все совпало. И пятница 13-го, и свадьба Ксении Анатольевны Собчак с Константином Юрьевичем Богомоловым. Я очень благодарен Ксении Анатольевне за приглашение на свадьбу, но, к сожалению, сегодня не могу, потому что сегодня у меня будут открываться виды на предмете акушерства на совершенно другие, не менее прекрасные вещи. Маленький астрологический прогноз по сегодняшней дате. Астрология позволяет не только рассчитывать совместимость двух людей, но и также подбирать дату для важного мероприятия. Одним из таких мероприятий является свадьба. И вот сегодня я расскажу вам, как пройдет эта свадьба, а пройдет она крайне интересно. Подходит ли сегодняшнее мероприятие для такого события, как брак, наполненного любовью, эмоциями? Конечно же, нет. Но для брака, который хорошо рассчитан, все, значит, по графику, все по расписанию, меньше чувств и чистая, здравая логика. Да, этот день подходит прекрасно. Однако все происходит совсем не так, как ожидалось. И намеченное начинает почему-то срываться. Всем главенствуют эмоции, а катализатором сегодняшнего дня является алкоголь. Начинают вскрываться необычные тайны. Люди начинают что-то такое говорить, что их беспокоило, бессознательное выходит наружу. И сегодня действительно мистический, сакральный день для такого, знаете, для такого магического действия. Но как-то не получается. Как-то все идет не по плану. И люди с этого корабля начинают в пьяном угаре прыгать. Все бросаются за борт. Паника, хаос. Кстати, сегодня очень чувствителен бывший муж Ксении Собчак, Виторган. Вот он сегодня себя в максимальной степени проявит, потому что затрагиваются его все важные планеты. Ну, что касательно еще свадьбы. То, что свадьба такая немножко материальная, рационалистическая, даже стратегическая, без эмоциональной составляющей, не совсем плохо, потому что эта пара является исключением. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич у нас представители земных стихий по Венере, поэтому для них это резонанс, это их внутреннее ощущение, оно очень гармонизирует сегодняшним днем, поэтому для них эта дата очень гармонична. Однако для окружающих, на окружающие повеселятся сполна. Скажу вам еще максимально просто. Сегодняшняя дата прекрасна для рекламных мероприятий. Для того, чтобы создать такое событие, о котором многие потом будут говорить, а драмы сегодняшнего дня принесут славу этому событию, и о нем еще долго не забудут, оно будет держаться на плаву, и о нем еще будут вспоминать. В общем, сегодня прекрасный день для рекламных мероприятий, поэтому наши молодожены прекрасно воспользовались им. Что ж, дорогие друзья, дорогие брачующиеся, я как сваха астрологическая, или свах, астрологический свах, желаю вам всего самого хорошего. Желаю, чтобы магия и сакральный смысл наполнили ваш союз. Как видите, астрологию можно использовать не только для совместимости, но и для того, чтобы понимать эту жизнь и начинать важные дела в правильное время. Записывайтесь ко мне на астрологическую консультацию, если вы хотите поглубже, так сказать, понять суть материи и создать свое уникальное рекламное или сакральное событие в жизни. Всем хорошего настроения!